Ежегодное плановое повышение размера коммунальных платежей утверждается правительством в соответствии с прогнозом социально-экономического развития страны на ближайшие годы. На увеличение тарифов влияют повышение оптовых цен на топливо, электроэнергию и другие энергоресурсы, расходов на капремонты. Итак, с июля тариф на электроэнергию в целом по области вырос на 4,8%, а с 1 августа текущего года на 3% подорожает газ. Что касается роста тарифов в Уварово, то впервые повышение тарифа на тепловую энергию будет минимальным и составит 0,3%. Таким образом, стоимость одной гигакалории увеличилась на 7 рублей 31 копейку. С 2422 рублей 70 копеек до 2430 рублей 1 копейки. Изменились тарифы и на такие коммунальные услуги, как водоснабжение и водоотведение, что связано с реализацией инвестиционных программ и модернизацией объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры. В абсолютной сумме тариф на воду увеличится на 2 рубля 16 копеек. То есть с 31 рубля 61 копейки за метр кубический до 33 рублей 77 копеек за 1 кубический метр. Данное увеличение обусловлено высокой изнашиваемостью сетей, необходимостью их ремонта и реконструкции для повышения качества и надежности, оказываемой жителям услуги по водоснабжению. На реализацию мероприятий по модернизации данной сферы в ближайшие последующие годы планируется направить свыше 22 миллионов инвестиционных вложений. Рост тарифа на водоотведение в абсолютной цифре составит 3 рубля 82 копейки за 1 метр кубический. То есть цена за 1 метр кубический водоотведения возросла от 44 рублей 58 копеек до 48 рублей 40 копеек. Повышение тарифа обусловлено проведенными работами ТСК на крайне ветких участках. Для проведения работ была пересмотрена инвестиционная программа в части перераспределения денежных средств, запланированных на реконструкцию с 2018 года по 2023 год. Стоит отметить, что увеличение тарифов на водоснабжение и водоотведение, вызванное необходимостью реконструкции сетей, отмечается не только в Уварове, но и еще в ряде муниципалитетов области. С июля изменился и тариф на ТКО. Рост составил 4%. При этом с 1 января цена услуги снизилась на 5%. Квитанции с новыми цифрами жители города получат в августе. Ирина Пивоварова, Александр Трегубов, «Наш город».